Раз, два, три. Проверка. Да. Сейчас будет еще где-то минутка-две финальных настроек, которые легче уже после запуска проверить. И потом начнем. Света, приветствую. Сейчас застал это или нет? Еще, я уже говорил, сейчас еще минутка-две настроек. И потом начнем. Так, ну, по крайней мере, теперь я знаю, ВКонтакте чат отображается. Ну, в браузере. Во всеобщем, к сожалению, пока что нет. Это я включил. Сейчас еще немножко. Есть пауза нормальная. Нормально. Так, ну вроде, в принципе, наверное, даже все. Главное сцену переключить, но об этом я сейчас помню. И это есть хорошо. Так. Ну ладно, если что и забыл, вспомню по ходу дела. В принципе, самое главное, по идее, звук идет. И сама игра на полный экран вроде тоже идет. То есть основное вроде все. Если что-то забыл, тогда придется уже по ходу дела разбираться. Да, все нормально. Она не говорит после того несчастного случая на озере. Эти два брата только делают, что рисуются перед Яникой. Это изображение, будто он так крут, что не колышет. Но спустя столько лет выделаний... Блин, не успел. Ладно. Милашка Яника, мамочка ее просто обожает. Я ей покажу, что она не самая лучшая. Я им обеим покажу. Это два брата, только делают, что рисуются перед Яникой. Но опять снова. Йорингель не самый дружелюбный парень, поэтому обычно он сам по себе. Если он прекратит на всех орать, может с кем-то и подружиться. Короче, получается, сейчас по факту мы... Начинаем. Последний акт – это предыстория всех этих событий, которые мы проходили до этого. Потому что всех, кому мы встречали в виде призраков или уже взрослых людей, тут как раз таки еще дети. Елизавета, приветствую здесь. Так. Ну сейчас нам надо будет, значит, думать, что сделать. Привет, Юринда. По-прежнему ничего не говоришь, кажется, что я здесь одинока и до свидания. Ну, тут вроде не похоже на ту ситуацию, когда приходилось в определенной последовательности. Поэтому начнем просто по порядку. Между нами говоря, это твоя игра в молчанку. Это правда после встречи с белыми дамами? В смысле, их же не бывает, правда? Ладно. Ну, как мы уже узнали, они на самом деле бывают, и немало людей погубили. Так вот, насчет янтарной сферы. Ты точно не видела сферу, когда упала в озеро? Потому что, может, я ошибаюсь, но, наверное, даже если бы ты ее видела, ты бы не призналась бы, потому что считаешь такой разговор опасным, как и все остальные. Да, наверняка я права. Она там, я уверена. Кажется, тебе здесь одиноко. Может, я не права, но кажется, ты бросаешь взгляды на кого-то во дворе. Да, я не ошиблась, это мальчик. Можешь мне сказать? А ну, наверное, не можешь. Так, спорим, что это... Подожди, ты не из тех, кому нравятся популярные парни, значит... Интересно, очень интересно.
Не, ну в принципе мы-то уже знаем кто, потому что встречали как раз таки именно их двоих в виде призраков. Oh, well. You, до свидания, Юринда. Going, как жизнь, Юрингель? А, ты никогда со мной не говоришь. Что тебе нужно? Почему ты здесь совсем один? В каком смысле? Я всегда один. Ладно, тогда почему ты всегда один? А тебе какое дело? Тебе на меня плевать, всем на меня плевать. Ну, вообще-то я спрашиваю, потому что ты обманщица. Хочешь меня обхитрить? Вы все такие, притворяетесь, что хотите дружить, а сами нужны только мои вещи. Что ты? Я бы никогда... Нет уж, больше на этот не попадусь. Никому не нужен, то и мне никто не нужен. С этого момента Йорингель думает только о себе. Ладно, ладно, забудь, что я спрашивала. Жалко, конечно, что иногда английский текст гораздо короче, чем по-русски это прочитать. Поэтому не все успеваю. Вижу, тебе нравятся ягоды. Еще как, я тебя не угощу. Ну и ладно, я просто хотела пошутить. Да, конечно, ты хочешь меня обхитрить, чтобы забрать мой обед. Вечно вы меня дразните, собираете вещи. Ладно, забудь, мне все равно. Йорингель, глупыш, конечно, ты кому-то нужен. Если бы ты не был так занят обидами на остальных, мог бы заметить, как она на тебя смотрит. Ты про кого? Кто? Никто на меня не смотрит. Когда она на меня смотрела? Ну, все время, постоянно. Я тебя не верю, ты меня обманываешь. Ох, мальчишки, какие же вы недотёпы. Мне все равно, я вообще хочу, чтобы на меня смотрел только один человек. То есть, елки-палки. Только не вздумай дразниться, Уилли. Почему бы не поговорить с этим человеком? Все не так просто, я не знаю, как это сказать. Не знаю хороших слов. Не знаешь хороших слов? Я никогда не знаю, что ей сказать, у меня сразу язык заплетается. Только не говори никому, Уилли. Ладно, ладно, не скажу. Ладно, оставлю тебя в покое. Ты доволен? Еще бы. Это мои ягоды. Мои. Так, пусть опять. Привет, Юринда. Понятно, новых диалогов не появилось. Ну ладно. Винни, ты закончила занятие? Все хорошо? Надеюсь, мама была не слишком строга. Все нормально, Яник. Подумаешь, осталось после уроков. Хотя, почему тебя знать? Я знаю, Винни, ты у нас крепкий орешек. Просто мне кажется, что мама порой слишком строга с тобой. Вот и все. Так и надо. Скоро прибудет путник, а у нее такие оценки. Ха, вот именно, ей ни почём не приплюнуть тебя, Яника. Это не соревнование, Вильгельм. У Ини есть только один шанс пройти испытание путника. Прыгнуть в озеро и забрать у белых дам янтарную сферу. Не смей так шутить. Помнишь, что стало с бедняжкой Юриндой? Да может, Ини стоит попросить у нее совета? В смысле, если надо будет заговорить? Да может, я так и сделаю, чтобы утереть вам носы? Винни, нет, белые дамы, не представляешь, на что они способны. Ты пройдешь экзамен без всяких сфер, я уверен. Белые дамы? Только вы можете верить в эти детские сказки. У меня есть тайное преимущество, которое сделает меня в 10 раз лучше Яники. Но это ведь не соревнование. Ну, конечно, начинается болтовня про науку. Это не болтовня. Вот увидите, я докажу, что вы все не правы, и я пройду экзамен. Ребят, давайте лучше повеселимся. Одну минуту. Не все здесь. Где Ханс? Ребята, вы не видели, куда он подевался? Сказал, что одет в обычное место. Кажется, он был чем-то взволнован. Да, в обычное гнездышко для голубков. Все не так. Не все мальчишки такие дураки, как вы. Все дни напролет пускаете слюни на свою драгоценную, сами не знаете кого. О ком это она? Ни о ком, Яника. Я никак не могу запомнить его дурацкий ход от убежища. Надеюсь, его где-нибудь записал. Не, ну тогда теперь действительно понятно, что он помогал именно ей. Садовый сарай. Отец вечно там работал, когда еще был с нами. Мать не пускает меня туда, значит, там наверняка что-то классное. Так, что здесь, в принципе?
Ага, ягоды выделяются как отдельно. У него всегда самые вкусные обеды. Какой аппетитный виноград. Школа волшебства имени Фокта. Заперто, как обычно. Это нечестно, наверняка там куча интересных штук. Эти тайные кнопки придумал Ханс для убежища. Беда в том, что я никак не могу запомнить его глупые коды. Ася много. Не. Не, в принципе, может быть еще несколько раз по одному какому-то. Тогда вариантов слишком много будет. Ладно, фиг с ним. Наугад, пожалуй, все же не буду. На вид обычное дерево, но на самом деле это наше тайное убежище. Я могла Хансу его построить, хотя он все придумал. В общем-то, теперь здесь наш дом, мое любимое место. Ну, я бы не сказал бы, что оно такое уж тайное, учитывая, что в нем окно сделано. Оно уже очень подозрительно, учитывая этот факт. Злые пчелы хотят пробраться в наш дом на дереве. Вы нам не нужны. Эх, отсюда никак не дотянуться. Так, эта тропинка ведет к озеру. Линда говорит, что видела в нем ментальную сферу. Меня так и тянет проверить, правда ли это. Сначала нужно повидаться с Хансом, а потом пойду к озеру. То есть, получается, она эту сферу еще с самого детства хотела достать. А, ну да. Судя по всему, наверное, в парке надо будет посмотреть. Я такая неорганизованная, не могу разобрать свои собственные записи. О, а что это? Здесь какая-то записка, на ней мое имя. Здесь сказано, левый, правый, правый, средний, левый, правый. О, блин, надо что делать. И записать. Лучше на бумажке запишу, быстрее, наверное, будет. Так, еще раз. I'm so unorganized. I can't even tell what my own notes mean. Oh, what's this? Something scribbled here with my name on it. It just says left, right, right, middle. L, left, P. Right, left. P, S, L. Блин. Еще раз. I'm so unorganized. Левый, правый, правый, средний. Потом левый. What's this? Правый, левый. Something scribbled here with my name on it. It just says left, right, левый, right, правый, правый, средний. Левый, right, правый, right, левый. Hmm. Левый, правый, левый. Так, все. Ну все равно это все-таки полегче будет, чем с тем органом дурацким. Так, если она лицом к нам, то право в ней в дальней стороне, по идее. Левый. Правый. Правый. Средний. Левый. Правый, левый. Нет. Или все-таки получается, если считать, что она будет с обратной стороны стояла. Ну ладно. Тогда наоборот. Левый. Правый. Правый. Средний. Левый. Правый. Левый. А, there we are. Да, вот так, наконец-то. А вот дверь как раз-таки слишком, ну, на самом деле, беспалевная была. То есть не было даже контура видно. Уинни, ха-ха, извини, я не слышал, как ты вошла. Но я рад тебя видеть. Да, если бы не твой глупый кодовый замок, а почему ты так радуешься? Ты не поверишь, что я узнал. Ох, до сих пор не верится. Вчера вечером у приюта я слышал разговор двух путников. Они говорили о величайшем научном открытии века. Да? И каком же? Уинни, его открыли, обнаружили то, что мы сами давно уже ищем. Это называется телекинезом. Не понимаю, что это за телекинез. Телекинез, да ну, я сам пока что не знаю, но... Они описывали, как один человек двигает предметы, просто подумав о них. То есть, это какой-то колдун?
Нет, Уинни, это обычный фермер, но это еще не все. Еще он умел читать мысли и чувства людей, и их воспоминания. Местные, кстати, тоже посчитали его магом и боялись его колдовства. Ну, вроде бы, он ничего не знал о магии, он просто раскрыл свои способности. Ладно, я рада за него, но все равно не понимаю, почему ты такой радостный? А, в общем, подслушав эту беседу, я провел исследование и увидел все в своей правоте. Все, что говорилось об этом человеке, очень похоже на проявление чакры третьего глаза. Третий глаз? Кажется, эту тему проходили пару недель назад. Точно, ты понимаешь? Это именно то, что мы ищем. Связь между наукой и магией, Винни. То есть, мы сможем доказать маме раз и навсегда, что наука — это важно? Именно. И подумай о новых возможностях, об открытиях, которые нас ждут. Подожди. Если третий глаз может все это, тогда я смогу легко сдать экзамен? Пожалуй, но не только. Если мы как следует изучим телекинез, тогда... С помощью науки мы разъясним людям магию, люди перестанут ее бояться. Значит, я смогу наконец победить Янику раз и навсегда. О, ну, Инни, нам стоит сосредоточиться на... Правильно. Какие наши действия? Мы можем его заполучить? Этот телекимаус. Телекинез. Да-да, неважно, как мы его получим. Что нам делать? Ну, наверное, не стоит торопиться. Не стоит? Ханс, на носу экзамен путника. Мама только что отчитывала меня. Если я заполучу этот телекименус, то пройду испытание, и мой путь будет идеальным. Мама перестанет меня упрекать и отчитывать. Да, верно. Возможно, наконец, мама перестанет меня сравнивать. Мне больше не скажешь, что я хуже драгоценной Яники. Да, да, ты права, Уинни. Возьмемся за дело. Помогу тебе сдать экзамен. Давай подробнее. Каков твой план? Так. Ты что-нибудь запомнил заклинание третьего глаза? Я не очень внимательно слушала на уроке. Да, вчера я просмотрел конспект. Нам не дали никаких заклинаний пробуждения, но... Но миссис Войт зачитала один подходящий фрагмент из своей книги заклинаний. Здорово, и что это за фрагмент? Заклинание вызова богини Минервы для экстрасенсорного восприятия и познания. Заклинание зачаровывает бусины, потом их кладут на голову, что помогает открытию третьего глаза. Но, Инни, ты же знаешь, настолько запрещено открывать книгу заклинаний миссис Фойк. Ха, уж ты-то знаешь, что я не раз брала у нее эту книгу. Значит, нужно придумать план, как тащить ее снова. Что еще? И то, что я запомнил, бусины есть, кое-что осталось занять. Но еще нам нужны три свечи. Белая, лиловая и синяя. Со свечами сложнее. Сомневаюсь, что в школе такие остались. Мы можем сами их сделать. Можем? Здорово. Тащи книгу заклинаний, сделать свечи. Все просто. За дело. А куда делся человек с телекинезом? Давай его найдем. Если он хочет помогать людям, пусть расскажет мне, как сдать экзамен, правда? Вообще-то, я тоже об этом подумал. Вот поэтому и настраиваю эту машину. Она считывает рисунок мозговых волн, когда надевают шлем. Если мы получим картину активности его мозга, то сможем ее воспроизвести. Да, отлично придумано. Так и сделаем. Вот только я не уверен, что мы успеем, Уинни. Над этой машиной еще нужно много работать, а этот человек скрылся от людей. Что? Почему? Чтобы его не казнили за колдовство. Городские. Они сразу решили положить конец магии. Ну что за люди? Вечно боятся из-за того, в чем совершенно не разбираются. Да, именно поэтому их это и волнует, Уинни. Нужно запастись терпением. Помочь им понять, да? Да, как скажешь.
Что нужно для изготовления свечей? Так, я знаю, что это возможно, только не знаю как. Я узнал об этом от Яни. Может, ты ее спросишь? О, да, конечно, Яника. Это я... Зато я знаю, как сделать краску, которую мы сможем покрасить свечи. Нужный оттенок могут дать цветы, растения и все такое. У меня есть книга по биологии. С ней ты запросто разберешься. Нам нужно что-то белое, лиловое и синее. Смотри внимательно, если найдешь что-нибудь, неси не мне, а я сделаю краску. Что нужно для стирания краски? Для этого нужно, можно растереть и смешать с водой много разных материалов. Нужны оттенок воды... А, то же самое. Хорошо. Кстати, мать просила тебя зайти поговорить насчет экзамена. Да, точно. Ох, я все еще не сдал зачет по дымовому появлению. Дымовое появление? О, ты взял этот курс? Да, методики появления. Взял, поскольку рассчитывал провести экзаменатора с помощью твердой углекислоты. Но оказалось, что ее не просто переносить и использовать. Твердая кислота? Твердая углекислота. Та, что дымит позади меня. Похоже на лед, только сухой и гораздо холоднее. Может даже обжечь, если ее коснуться. Убедился на собственном опыте. Но как это помогает с дымовым появлением? О, она же дымится, да? Это возгонка превращения твердого вещества в пар. Но если бросить лед в воду, процесс ускорится, и пара будет больше. А, понятно. Как ты скроешь свое появление? Очень умно. Может, так можно скрыть не только появление, но и исчезновение? Уинни, что ты замышляешь? Ханс, мы используем это, чтобы украсть книгу заклинаний. Отличный план. Если тумана будет много, как ты говоришь, то мама отвлечется, и мы легко стащим книгу. Да, но, как я сказал, лед не взять голыми руками, перчаток у нас нет. К тому же, я не смогу бросить его в воду, не привлекая внимания мисс Фойд. Да, не волнуйся об этом. Я найду способ тебе помочь, когда ты будешь сдавать экзамен. Положись на меня, я что-нибудь придумаю. Так, ну все вроде. Да, это заклинание само себя не заклянет. Я на поиске материалов. Да, Уинни, я буду здесь, если что. Так. Это получается и дракончик с ней был еще с этого времени. Правда, тут он еще на свободе, а не в клетке. Эта слепонтяга приходит в наше убежище встать на компанию. Кроме нас с Хансом, только малыш знает, где его искать. Так что молчу, хорошо? Ну да, мне кажется, что пара из этой штуки становится жидкостью в той. А эта штука... Ох, кого я обманываю? Ханс на лету схватывает, как все это работает. Так, если не сложно, напишите, пожалуйста, в чат какое-нибудь слово, просто чтобы проверить, он опять заглючил или просто ничего не пишете. То есть писать не заставляю, в общем, но сейчас именно просто для проверки, чтобы я знал. Ага, хорошо, спасибо. Значит, все работает. Часть машины, которую стоит, наверное, эта часть нужна для приема и обработки сигналов и шлема. Было бы намного проще найти его и убедить поделиться с нами этой способностью. Ну, та самая машина, с которой мы столкнулись вообще в самом начале игры. Просто разные химикаты для опытов, наши припасы. Чертежи машины Ханса, я даже кое-что в них понимаю. Ничего удивительного, я подолгу наблюдал, как Ханс корпит над этими схемами. Ханс умудряется каждый день находить кучу новых книг в городе. Я пыталась не отставать, но он читает гораздо быстрее меня. Часть машины, которую строит Ханс, чтобы скопировать у старика его телекинез. Это мозгочитающая штука, как говорит Ханс. Было бы намного проще найти его и убедить поделиться с нами этой способностью.
Несколько старинных инструментов, которые Ханс откопал в деревне, вполне годные. Старинных. Иначе, это сухой лед, про который рассказывал Ханс. Интересно, образуется ли густой туман или добавить его воду, проговорил Ханс. Да, ну, все тоже. А, его грамота. Это самое ценное имущество Ханса. Грамота за первое место на детской научной выставке. Его первая научная награда. Глупая выставка для ребят из города. Но все равно. Я им очень горжусь, и это только начало, я уверена. Так, ну вроде все, по-моему, смотрели. Может, механик оттуда выйдет? Sure я не знаю, выйдет ли из этого толк. Вообще, их дымом вроде бы гоняют. So you know. Не пара просто достать, оставлю его для него. Вообще странно, по-моему, хорошая идея была их дымом загнать. Другое дело, где его тут развести, пока непонятно. Я не хочу, чтобы меня ужалили. Они разозлились не на шутку, лучше их не трогать. Блин, в принципе, логично. Но, судя по всему, что-то с ним все-таки придется сделать. Он проголодался, сначала нужно найти ему еды. Когда он голоден, то плохо слушается. Правда? Маленький Несло. Стой. Главное, чтобы миска не расплавилась. Ну и манеры. Пора остановить огненное дыхание, пока у тебя не заболел животик. Уинни, не забирай его надолго. Ты же знаешь, что красный дракон волнуется, когда забирают ее детеныш. Я знаю, знаю, ты ворчишь, как моя мать. Извини, просто будь осторожнее с малышом. Эта симпатяга приходит в нашу... то же самое. Все читали уже. Так, ну после долгих диалогов на всякий случай сохранимся, чтобы опять по новой их потом не просматривать. Ну а теперь все двое. Посмотрим, книги у Ханса ужасно мудреные, но всегда попадается что-нибудь интересное. Вот пространственная евклидова геометрия, теория чисел, Чарльз Бэббидж и машина Тьюринга. Да. О, вот книги по биологии, которые советовал Ханс. Биология для чайников. Неизвестно, какие эксперименты здесь проводит Ханс. Лучше не лезть. Они и так на своих местах. Она засунула дракона в карман? Ну да, что типа того. Ну, до этого и она, в принципе, также его некоторое время носила. Ну, правда, это по хронологии, наоборот, в будущем, потому что сейчас мы в прошлом копаемся в воспоминаниях на мамерках. Анимус, по-моему, в Ассасине был. Машина, которая генетическую память читала. А тут она просто, вот она, за которой мы раньше играла, прикоснулась вот к Уинфриде во взрослом состоянии. И сейчас вот мы как бы копаемся в ее воспоминаниях. Время поработать над заклинанием третьего глаза. Сегодня никаких экспериментов. Нет, Хансу не нужны больше, чем мне. А эта штука на вид ужасно сложная. На машине работает Ханс, вряд ли ему сейчас нужна моя помощь. В итоге машину все-таки кто-то доделал. То ли она потом, то есть все-таки Ханс успел. Сумасшедший холод! Что? Это рейс ее дома на дереве, и она здесь и останется. Так, вроде все проверили, да? Так, эта тропинка ведет к озеру, и Линда говорит, что видела на нем янтарную сферу. Меня так и тянет проверить, правда ли это, но сначала проверю, работает ли идея Ханса заклинанием. Стой, 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 стой. Блин, инерция набрал дальше. Так. Если верить Хансу, красителя можно изготовить цветок растений. О, синий василек! Точно, где-то его видела, он подойдет. Написано, что васильком украшают себя влюбленные юноши в качестве символа своих чувств. Где же я его видела? Вот это?
Джейкоб. Эй, Джейкоб, чего тебя Винни? А что это за цветок? Какое-то модное украшение? Ничего особенного. Да-да, модная штучка. Так и есть. Ты уверен? По-моему, он какой-то дурацкий. Ха, много ты в моде понимаешь. Если это есть мода, то я рада, что не понимаю. Кажется, я знаю, зачем ты нацепил этот цветок. Это символ романтических чувств? Да. Что? Нет, чепуха. Интересно, кому ты хочешь намекнуть о своем чувстве? Винни, замолчи. Вот что я тебе скажу. Раздобудь мне таких же цветов, и я буду молчать, как рыба. Но я уже все испробовал. Это моя последняя попытка показать, что я влюблен. Итак, а что ты уже пробовал? Все, я отправил ей в классе кучу записок, но увы. Она стала глуха к моим словам, словам, жаждавшим достигнуть ее сердца. Ладно, ладно, я поняла. Хотя это странно. Яника не из тех, кому на всех плевать. Джейкоб, дай мне уже эти цветы в конце концов. Но... Понятно. Все, ясно. Что-то финальная часть, по-моему, самая богатая на диалоге. Так, а у других, может, появились новые фразы? Что надо, Винни? Можно мне попробовать? Нет. Не надо пачкать ее своими девчачьими. Ну и ладно. Но я видел, как ты его одолжил Яне. Да ну, Яника не девочка, она леди. Да ладно, хватит вешать мне лапшу. Кажется, у тебя немного не получается. Да, у тебя немного не получается магия. Что, съела? Зачем же так злиться? Я просто хотел спросить, у тебя голова не болит? Это есть практика, Винни. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, слыхала? Без гембишлема ты заработаешь только сотрясение мозга. Что? Говоришь, у тебя есть шлем? Я тебя должу за него свой йо-йо. Что? Погоди, но если ты отдашь мне ее, тебе уже не понадобится... А, то есть, да, конечно, я постараюсь добыть для тебя шлем, ладно? Круто. Так, короче, нам тебе еще надо шлем найти. Не знаю, может поджечь, попробовать. Обожаю, он помогает разжигать огонь, и можно писать, или разжигать огонь. Попробуем. Так, давай-ка выпустим твое гадкое огненное дыхание. Вот так, и держи это в себе. Ты обязательно, Винфрида, тебе не кажется, что стало слишком жарко? Не ты ли только что говорила, что здесь прохладно? Ну, ладно, хотя бы открой окно, пожалуйста, а то мы здесь испечемся. Потом через окно будем лед кидать, что ли, когда найдем, чем его взять. Нужно вернуть тебя в убежище, пока Ханс не рассердился. Ну, значит, по крайней мере, догадка правильная была, что нужно сделать. Вот, малюта, ты жив и здоров, и можешь идти. Или нет, как пожелаешь. Так, все понятно. Мне даже что-нибудь забирать. Так, ну тут она не хочет идти, пока не проверит заклинание, да? I'm tempted to go see if it will see how Hans incantation idea goes. Ладно. Что-то я пока опять теперь закуплю. Ну ладно, попробуем просто со всеми поговорить, может, еще кого-то новый рифт. Привет, Яни. Привет, я ничего могу помочь. Так, я спешила, ты умеешь делать свечки? О, да, в прошлой четверти я написала для мамы целый доклад.
Да, само собой. Ты как думаешь, ты не могла бы научить меня? Что? Расскажешь мне, как лепить эти дебильные свечки или нет? Без разницы, мне все равно. О, запросто, я с радостью. В принципе, нужно только раздобыть воск, либо парафин, либо пчелиный воск или что-то подобное. Погоди, кажется, школьные мелки сделаны из парафина? Я, в общем, иногда кормила ими малыша дракона. Кажется, ему было вкусно. О, как мило. Но если ты найдешь воск... Когда останется, чтобы обернуть фитиль воском, и свеча готова. А фитиль можно сделать из любой веревки или нити. Потом, если хочешь, можно окунуть свечу в краситель, чтобы изменить ее цвет. Ага, воск, фитиль, краски. Все просто. Спасибо. Хотя особо не за что. Обращайся, Винни, я рада помочь. Так. Вообще-то я думал, что мелки у них из мела, а оказывается из парафина. Странно. Волнуешься насчет экзамена путника? Ну, полагаю, немного тревожусь. Ха, я так и знала. А я нет. У меня есть тайный план. О, но это не твое заклинание вызвала. Мама просила тебя не использовать его, потому что оно вызывает из людей слишком много энергии. Это не то дурацкое заклинание. О, тогда хорошо. Я думаю, что справлюсь. Мама помогла мне найти духа покровителя. Она сказала, что он будет мне помогать и защищать. Покровитель? Да, мама говорит, что духи как бы продолжение нас самих. Мы разделены, но всегда связаны. Знаешь, кто мой дух? Медведь. Ясно. Дух медведя тебе поможет. Тебе тоже стоит найти свой дух покровителя, Винни. Хочешь, я тебе помогу? Нет уж, я разберусь с бетонцем привидений. Спасибо. Ты случайно не находила в классе никаких писем? Что? Писем? Кажется, нет. Боюсь, мама не одобряет, когда в классе передают записки. Как всегда, хотя это уже интересно. Значит, ты их еще не видела? Что не видела? Неважно. Я ухожу. А, ну ладно, Винни, увидимся позже. Так, ну значит, они где-то в классе, или же отобраны. Ох, эти ребята просто парочка маньяков-уборщиков. Какой порядок. Всего лишь аккуратная стопка книг. Так и подманывает их раскидать. Но я не стала бы так поступать с Юриндой и Хансом. Фу, Джейкоб такой неряха, грязнуля, а вот Яника, как всегда, идеально аккуратно, ну и подлиза. Так, любовное послание должно быть где-то здесь. Тут один хлам, стоп, что, неужели оно? Ха-ха, точно, ну и простофиля, написал на салфетке. Раз Яника даже не стала его искать, значит, она решила, что это простой мусор. Здесь написано: «Моей дорогой Маргаритке, ярчайшему бриллианту, розы красные, лилии желтые, я люблю тебя, а любишь ли ты?» Подпись Джейкоб. Ну и ну, никогда еще не читала столь откровенных слов. Ничего, отдать ей, что ли? Напрямую сначала попробую. Джейкобу это может не понравиться, лучше сначала показать ему. Ладно. Эй, герой-любовник, Уинни, молчи. Успокойся, у меня хорошая новость. Ну или вроде того. Твою так называемую поэзию не игнорировали, просто она была слишком похожа на мусор. То есть, Яника ее пока что не прочла? Конечно же, это все объясняет. Мои слова, наполненные чистых эмоций, не могли не тронуть ее душу. Уверена, они ее тронут, хотя, возможно, не так, как ты хочешь. Держи, мне больше не нужен этот нелепый символ любви. Теперь на моей стороне сила поэзии. Но, Инни, ты не могла бы сделать предложение и передать моему письмо Янике? Настоящий поэт никогда не показывает свои руки. Да, ладно, только хватит драматизировать.
О, что это такое? Заметила что-то на земле. Кажется, тебе, Яника. О, мне? Ой, ты такая внимательная. Как раз то, что мне сейчас нужно. Правда? Ох, успокойся, мое шальное сердце. Пришел момент моих величественных слов. Спасибо, Уинни. Так намного лучше. Не за что, Яника. На здоровье. Ну, мало ли. Что тут еще сказать особо? Ну, теперь я эту салфетку второй раз точно не буду отдавать. Бе, они пахнут как Джейкоб. Символ привязанности. Ха, чепуха. Ладно. Привет, Юринда. Понятно, до свидания, Юринда. Ничего нового не появилось. Может, нам виноград надо будет еще как краситель использовать? Погоди, мне очень нужны эти ягоды. Ханс говорил, что из них можно сделать лиловый краситель. Ха, я так и знал. Сразу понял, что ты выводишь меня за нос. Нет, ты не так понял. Просто мы с Хансом... А я не дам тебе ягод. И никому не дам. Ну, Йоринги, у тебя еще... Что ты говоришь, что я жадный? Нет, просто тебе не кажется, что ты уже наелся. О, так, по-твоему, я еще и обжор? Нет, как же с тобой трудно. Значит, ты точно решил не делиться ягодами? Я не дам тебе ягод, и никому не дам. Ну, Йоринги, у тебя еще... Понятно, то же самое. Ну, а если в этот еще вариант. Ладно. Так, ну шлема я, в принципе, пока еще нигде не видел. Скорее всего, наверное, шлем тогда получается в этом сарае. Нет, просто... Понятно. Может пойти еще... Еще раз раздуть эти угли сильнее, когда зачем? Нет. Так, ладно. И что теперь делать? Ключ надо как-то стащить, получается. Ключ может, наверное, чисто одновременно с книгой, когда получится сделать этот пар. Ну еще мелкие, допустим, может нам больше нужно. Мне уже достаточно, иначе мать может что-нибудь заподозрить. Пока мать меня не заставляет, так этой штуки не притронусь. А одна? Нет, не нужно это портить. Ладно, может, у нее новый диалог? Винфрида, Винфрида, прошу тебя, я занята, иди к сестре. Понятно. Так, ну с ним, может, теперь еще раз поговорить, и что-то новое будет. Пожалуйста, не хватит морочить ему голову. Ладно. В принципе, круг на то, что можно воздействовать, снижается. Ну, яснее вот почему-то не становится. Через окно, может, рукой просто дотянется. Сколько какая. Ты шпионишь за мной по какой-то конкретной причине, Фрида? Здесь скучно, мне нечем заняться. Поиграй с другими детьми, желательно на расстоянии и при этом. Не расстраивай, Фрид. Ладно, ладно. Так, ну ладно, сдуть его нельзя. I'm not sure what good that...
Ладно. Или пойти к дракону, что я раздуть. Тогда что мне это даст? Эй, ты не разрешал тебе брать мои ягоды? Да ладно тебе, у тебя же целая куча. И что, это моя куча винограда. Не трогай. Так. Да подумайте. Ну, прохода я больше дальше не вижу, только все те, которые уже и были. Hey, Hans. Привет, Ханс. А, что-то изменилось. Привет, Уинни, что нового? Hey. Я могу помочь тебе с экзаменом через окно. Никто не заметит. Пойдем готовиться к экзамену. О, ладно. Ты уже что-то подготовила мне в помощь? Ну да, конечно. А кроме к нам и ради что-то подготовили? Хорошо, Ханс, скажи, когда будешь готов. А что мы подготовили? Чего же мы подготовили? Или просто ключ спереди? Исчезнем мы, исчезну я, нет, постой. Погоди. Нет, боюсь, что не готов не стоит, простите. Ничего, Ханс, возвращайся, когда будешь уверен, хорошо? Ну да, короче, нифига мы подготовили, но зато ключ стащили. Извини, Ханс, от меня мало толку. Не переживай, Винни, в следующий раз у нас получится. Ну, конечно, странноватый подход был, но зато есть ключ. Я все-таки думал, что сначала действительно надо придумать, ну как там лед протащить и прочее. Оказалось, в принципе, это все-таки, если нужно будет, то позже. Я вошла в сарай. Да, блин. Сейчас, секунду. Переключил случайно от чата в другое место. Только перчатки. Ага, садовые перчатки. Большеваты. Ну и так сойдет. О, тут есть перчатки. Хоть что-то полезное. Всё. Ну ладно, допустим, перчатками мы возьмем лед. Но мы их, по-моему, до чайника не докинем, при всем своем желании. Хотя, может, тут окажется, что все-таки докинем. Так. А, хотя сейчас ему навряд ли надо... О, блин, да сгорелся. Опять думаю быстрее, чем говорю. То есть, может, суть в том, что нам и не надо ему помогать экзамен сдать, а все лишь надо будет сейчас взять книгу и все. О, да, чудесно. Запомним тот случай, когда Ханс возьмется за экзамен. Нет. Все-таки надо будет. Ну, попробуем. Может, все-таки она докинет их каким-то образом. Hey, Ханс. Так, кирпины там, что нужно для краски, сухой лед. Hey, давайте опять пробуем. Ну, вот что-то right, такое подозрение, что мы, наверное, все-таки что-то не додумали. Блин, да нет. Ничего не цветы бьет. Мне надо лед в чайник. Ага. А, он открытый. Ой, что это? Что это было? Довольно необычный метод, но должна признать, весьма эффективный.
How did you do that? Как у тебя это получилось? Наука, скажи ей, что делал науки. Это просто тренировки, миссис Войт, как вы и говорили. Что? Молодец, Ханс, ты выдержал испытание. Есть чем гордиться. Это экзамен было сдать, а что? Сдал. Сказал, что наука, а больше он бы не сдал. В чем дело, Ханс? Привет, Ини. Все прекрасно получилось. Горячим чаем у вас гонка пошла быстрее, чем ходила по моим расчетам. Почему ты не сказал ей, как ты это сделал? Она всегда говорит, что мы теряем время. Оставляет нас после. Ведь она была под впечатлением, мы могли бы доказать, что она ошибалась. Я достал книгу заклинаний. Разве этого мало? Мало. Она... Нужно показать ей, что нельзя над нами издеваться. Но ведь она беспокоится о тебе, Винни. А как же ты? Все, что ты сделал, это не потеря времени. Тут есть потенциал, эти штуки могут использоваться даже... Используя даже магии, не есть чему учить. Но если бы это был экзамен по колдовству, я бы провалился. И более того, Винни, не стоит посвятить свою жизнь чародейству. А люди не любят резких перемен, понимаешь? Нет, не понимаю. Твои эксперименты заслуживают внимания. Но не так, понимаешь? Если мы ждем от других терпения и понимания, тогда... Тогда мы сами должны быть терпеливыми и понимающими, да, Винни? Ладно, на время. Они поймут, в конце концов. Ну, а ты молодец, достал книгу и все такое. Ты тоже молодец. У нас отличная команда. Ох, ну ладно. Пойду поищу, что нам нужно. Отлично, Иди, давай. Так, ну, короче, с этой частью справились. Может, ему по частям ингредиенты отдавать? Это для синей краски подойдет? Мне не нужно столько цветов, возьму немного для краски. Значит, нам все еще нужно добыть материал для свечей, для свечного фитиля, лиловый краситель, белый краситель. И тогда все должно получиться. Хорошо, мы продвигаемся. Я не уверен, но может они сгодятся для белой свечи? Мел? Да-да, отлично подойдет. Значит, нам все еще нужно добыть опять материал для свечей, для фитиля, лиловый краситель. Так, ну веревку я не видел, где достать. Воск, понятное дело, тут. Другой... Хотя, может, их на цветы как-то отвлечь. Я не знаю, выйдет ли из этого... Полк, ладно. I'm not sure what good that... Так, ну этим я вроде пробовал. I'm not sure what... Так, короче, воск, я думаю, все-таки в пчелином узле. Как его оттуда достать? Не пойми. Где достать шлем для ее, тоже не пойми. И веревку я тоже, в принципе, пока не видел. Оставлю его здесь. Без непотягов приходит в наше убежище составить нам компанию. Понятно? Все еще нет? Ладно. Значит, идем назад. Вообще-то я думал, что шлем там будет. Поскольку я пока, в принципе, не вижу, у кого его здесь. Привет, Юринда. Ладно, Что-то, по-моему, то же самое. Oh, well. Ладно. Ну,
два, там уж, по-моему, ему на супер обменять. All right, Юрингл. No. And you don't know how to express it in words. Не знаю, как выразить right? словами, да? И что с того? Просто это цветы особенные, кое-что твои чувства. И тебе не придется ничего говорить, это как бы знак надписи. Эй, ты! Ты мне нравишься? Правда? Это не розыгрыш, если ты решила подшутить, Уинни? В конце концов, тебе нужен цветок или нет? Дай сюда. Эй, пожалуйста, дай мне цветок. Ну так, ты его наденешь или как? Да, само собой, я просто, уходи, ты меня нервируешь. Ладно, голубок, надо же, сколько благодарности. Она могла сразу, по-моему, на виноград обменять. Ну ладно, сейчас, может, отойдет. А виноград на месте оставит. Ага. Только не вижу, чтобы он его надел. Пожалуй, оставлю на дне с выражением чувств. Понятно. Хочу просто стоят и ничего не делают. А коробку просто. Nah, I'm done. Ну ладно, пойдем отдадим. Хоть что-то, хоть какое-то действие не стоять на месте. Ханс, я кое-что нашла для лиловой краски. Лучше не придумаешь, Уинни. Значит, нам все еще нужно добыть материал для свечей. А кстати, это, конечно, не дым, но пар может подействовать. Теперь наполнены газом от сухого льда. А ну-ка. Ну, пасечник достижения. Радикальный метод. Целый улей сразу. Ладно, я думал его разбирать будем. Эй, Ханс, взгляни-ка. Пчелиный воск, Яника сказала, что из него можно сделать свечку. Отлично, надеюсь, ты не поранилась, когда его доставала. Ну уж нет, я не такая глупая. Хе-хе, ясно, мне нужен только воск. Он внутри, ты не могла бы забрать улей? Это будет шлемом? Осталось только найти фитиль, и мы сможем сделать свечи. А, фитиль от ее будет. Я думал сначала, что будет, ну, ее мы возьмем, чтобы сбить улей. Раз он упал, получается, он будет шлемом. Поскольку помню, во всяких комедиях периодически там кому-то улей на голову надевают. А вот ее, если отвязать нитку, наверное, это и будет светильем. Ну, по крайней мере, понадеюсь, что это сработает. Интересно. Постоянно попадает себе по лбу, а эта штука могла бы неплохо защитить. Привет, Мигельм. Что надо, Уин? Давай меняться, я тебе это, а ты свой йо. Ха, да ну тебя, зачем мне твой дурацкий улей? Улей? Что? Да нет, это же шлем, разве не видно? Вот видишь, здесь отверстие для глаз. Ну, одно? Или, у меня вообще-то два глаза. Это так зрение обостряется, вроде того. Да и выглядит круче. Так что ты будешь супер круто смотреться и заодно защищаться от нее. Супер круто, говоришь? Я прошу только ненадолго отложить ее. На минуточку. Ладно, если так. Только чтобы сразу вернула, ясно? Да, само собой. Да, ну, судя по всему, без нитки уже вернем. Ну как, супер круто? Я ведь круто выгляжу. О, еще как, ты круче всех. Да, круто. Крутая девчонка? Нет, тогда он, не важно, его ее у меня. А, просто так не разбирается. Ну ладно, наверное, опять пойдем туда все относить. Hey, Hans.
Слушай, Хан, годится ли нить от этой штуковины для фитиля? Отлично, Уинни, молодец. Кажется, мы все собрали, у нас есть все, что нужно. Погоди, для заклинания? Давай, сотворим его. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Свечи расставлены здесь и здесь. Да, вот так. Хорошо, а теперь, Уинни, прочитай вот эти строки из книги. Я? Почему сразу я? Уинни. Ладно, уговорил, давай к ним. О, великая богиня, не зайди ко мне. Место ритуала, посвященного тебе, два глаза есть, хочу и ответить, могущую Минерву, прошу разрешить. Да, Уинни, получается? Удари своим тайным зрением. Открой мысли людей и стремления. Все будет мне ясно показано. В священном месте сказано. Довольно. Так, кто забавляется с духом. Так, кто несет боль и страдания. Я? Боль и страдания? Аудиальтерам. Путь предначертан. Девочка с третьим глазом зрит, но уже поздно. Слишком поздно. Третий глаз? Какая девчонка? Я? Не для тебя. Тоха не для тебя. Камни подчиняются лишь ей. У девочки глаза открыты, твои же закрыты навсегда. Но у меня экзамен, они мне нужны. Твоя душа глубоко испорчена, девочка с третьим глазом пустит тьму. Нельзя было покушаться на ее душу. Покушаться на душу? Но моя машина. Рука дьявола готова породить зло. О чем вы говорите? Ханс, о чем она говорит? Уинни, столько ненависти, столько печали, столько смерти. Походу, она будущее видит. Ну, крайне говорит о нем. Нет, прекрати, пожалуйста. Жизнь уйдет, ее ждет не умоложение, лишь понимание. Назад пути нет, будь соткан, но рисунок не завершен. Погоди, путь уже соткан? Ныне на закате, сова Минервы простирает крылья. Поздно, как ни старайся, ищи девочку с третьим глазом, желающую устранить тебя. Как все-таки она не деда искала именно ее. Устранить? Девочка, что меня устраняет? Яника? Вот вернешь ее руку, и надежды для тебя не останется. Возьми ее руку, возьми ее, пусть все кончится. Пусть все закончится, закончится. И вот эта сова. Что? Я ничего не понимаю. Мой третий глаз, он не откроется? Уинни, все плохо? Я знаю, что плохо, мой экзамен. Нет, Уинни, если у меня не будет телекименуза, то... И что мне теперь делать? Может, можно пора остановиться, Уинни? Да, точно. Вот как мне нужно поступить. Надо было сразу это сделать. Подожди, ты же не имеешь в виду... Мне нужно достать янтарную сферу. Уинни, нет, белые дамы. Чушь, я в них не верю. Я всем докажу, что они ошиблись. Маме, Янике, всем остальным. Уинни, если с тобой что-то случится, ты не понимаешь, у меня нет времени. Это речь идет о нашем пути, о моей жизни. Я не хочу несчастной судьбы, Ханс. Я знаю, Уинни, я просто сказал, что если с тобой что-то случится, возьму ее с собой. Только она видела сферу. Если она не скажет, где сфера, тогда я просто... заставлю ее показать. Но если с тобой что-нибудь случится, Уинни, тогда я опять останусь один. Oh,
Да. Меня так и тянет проверить, правда ли это. Но без нее ничего не... Понятно. Так, Юринда, хватит твоих игр молчан. Говори, где ты видела янтарную сферу? Послушай, я знаю, что ты говорила об этом матери, я сама видела. Власть, она спросила тебя, что случилось, когда ты упала в озеро. Ты написала об этом, ты сама написала, что видела сферу. Все это прочли, так что не нужно мне врать. Юринда, могла тебя с твоим глупым приятелем. И теперь твоя очередь оказать мне услугу. Мне это нужно. Если я не достану эту сферу, то залью экзамен, ты понимаешь? Или ты мне не друг, Юринда? Хорошо, пошли уже. Пустили сумерки, время открыть новую главу. Что думаешь, Хан? Красиво, правда? Весьма удачно, что именно сейчас защитник забыл о своем долге в поисках ребенка. Интересно, будет ли за этим наблюдать девочка из западного леса? Ха-ха, кто знает, возможно, это не имеет значения. К тому времени я успею насладиться спектаклем. Юринда, что ты делаешь? Это здесь, то самое место? О, приветствую, юная леди. Скажи, как думаешь, ты не могла бы помочь старику? Я очень хочу пить, но эти воды вызывают у меня опасения. А? Пить? У меня нет времени, погодите. Это куртка? Чья она? Чья это куртка? Дети, вечно вы не слушаете. Я ведь предупреждал об этих водах, но вы, люди, не слушаете. Ему? Он? Нет! Я предупредил мальчика, но он все равно прыгнул. Нет! Ханс! Ханс! А, он даже ее успел взять, не успел передать, получается. А, из-за этого ее и знали? Так меня нашли его утопило. Финфрида, что все это значит? Я Ханс. Ты негодница. Ты отправила его за сферой. Нет, нет. Он был совсем ребенком. Зачем? Зачем ты его послала? Нет, все было не так. Ханс, я... Там, где твоя сестра добилась успеха, ты провалилась. Это была проверка твоего нравственного облика, Винфрида. Простое испытание. Почему, Винфрида? Но... Нет, подождите. Итак, будь виден всем, как на ладони, и теперь я его провозглашу. Юная Яника, норны создали для тебя неувядаемую молодость и красоту, богатство и короля в мужья. Нет, нет. Но ты, Винфрида, для тебя норны соткали другое. Ты будешь проклят, а облик твой станет достойным холодного скверного сердца. Нет, мама, прошу. Ты проведешь жизнь в тоске и одиночестве, весь мир увидит твою суть. Нет, это неправда. Юринда, скажи им. Юринда, помоги мне. Мама, пожалуйста, мне очень жаль, Винфрида, это я пыталась исправить ради тебя, но такова воля Норн. Но, мама, я прошу. Винфрида, прочь дитя. Нет. Мне жаль, Винфрида. Нет. Ты. Нет.
Вы за все заплатите. Я приду за вами. Но так девочка совершила невозможное, заглянув в глубины этих болезненных воспоминаний. Но пока она старалась исправить ошибки прошлого, настал поздний час, и тьма воцарилась вокруг. Тем не менее, чудо-девочка из западных лесов смогла вернуть людям мир, и народ вздохнул свободно. Несмотря на все посулы и награды, которые ей предлагали, девочке хотелось только одного. На этом она попрощалась. Неважно, сколько дорог, событий и испытаний осталось позади, ничто не будет забыто. Мы навсегда запомним ее отвагу и силу ее чистого сердца. Так, ну и все, титры, да? Ну, в принципе, не совсем такой однозначный конец получился. Но в целом, конечно, концовка расставила многие события по своим местам. Ну, вернее, те, которые до этого непонятки были, ну вообще все по своим местам расставила. Ну вот насчет Инкрида как-то не совсем однозначно. Ну тот старик все-таки. Ну, внимательно разглядел, он выглядел как дьявол, который охранял нас в этой темнице. А они вот тут путникам, которые именно как там, наставляют их на путь или как-то так. Да и выглядел это все, по-моему, что Инкриды все-таки подставили по большей части. Конечно, она именно. Ну, тоже они радикальные методы добивания своего пути, но все же. Она действительно его не подставляла, действительно его спасти хотела. Потом та Йорингелия, она же действительно видела, что она его, ну как, она ее именно попросила помочь ей показать, где сфера, чтобы она сама туда сплавала. То есть она тоже же могла, по идее, сказать о том, что, ну как, она сама до сферы хотела полезть и никого не посылала, а только проводить попросила. Ну и так далее. То есть во многом действительно в переломном моменте не сама Инкрида была виновата, а именно окружение, которое собралось в тот момент. Ну, в принципе, на этом и концовка. Это пока все, что хотел, сказал. Остальное, конечно, если, ну как, это будет только пересказ того, что уже в прошлом проходил. Поэтому интерес, если интересно, то советую посмотреть прохождение. Единственное, что можно, у меня там, конечно, местами довольно долго застревает на каком-то месте, поэтому можно в ускоренном варианте. Ну или если хочется просто историю узнать, то, в принципе, легче тогда прохождение прочитать на каком-нибудь сайте. Так. Да сколько у нас? Ну да, всё лишь трёх даже еще нету. Что-то я себе с запасом времени написал. Ну, мы тогда что сейчас делать? Потому что, в принципе, ничего из подготовленного для быстрого переключения на другую игру у меня, пожалуй, нету. Поэтому, наверное, все-таки завершу раньше того срока, что написал в этом. Ну, короче, табли, как сказать, анонса. То есть завершу все-таки раньше, чем было это написано в анонсе. Продумаю, что можно запустить следующим. И тогда, наверное, лучше еще раз запущу чуть позже. Так что всем спасибо, всем пока.